Зря. Модная типа. Сейчас бы через кубок сыграли бы нормально. Через кубок что-то было бы проще, блядь. А им что, принципиально что, человек? Ну, типа. Типа ебаться, блядь, не хотим туда-сюда. Чего ебаться, я не пойму, блядь. Три кнопки нажать, блядь, поставить кнопку, нужный блядь. Кубок, да. Все, блядь. Я говорю, это фич. Ну чё, у всех на арене? Да, у меня на арене. Там супер. Надо. Походу пофиксили эту хуйню. Ударная команда. Ага. Вылечили. Пофиксили, да, блядь. Ага, охуен. Давай через кубок, пошли в жопу. Они говорят, вы что, вышли, блядь? А ты спроси, что они вышли? А что, Паша сегодня с ними там или нет? Хз. Заходить? Заходите. Слышишь, 4-1, короче, счет сейчас. А я переживал. Это повезло, что Дибала и Хуаин играют. Так, я-то лучше знаю, будет 3-0 или не будет. Чувак в одном сказал тоже, что взять на ивент. Я говорю, да возьми 2.5 больше. Сегодня, завтра будет спасибо говорить мне. Типа, он знаешь, что хотел взять? То, что Ювентус, типа, ну, забьет в обоих таймах за 1.24. Я ему говорю, ты что, попал что ли? Давай ставь на этот. 1.72, Ювентус больше 2.5. Он такой, ну... Что-то рисковое, я говорю, ну ставь, короче, поставил все-таки. Кинь, ну сегодня угадал. Там, потом расскажу. Чего я угадал? Вот нас забудьте, прошу. Че, по гляму выиграл? Да нет, короче. Знаешь, вот это вот результат первого матча и победа в матче, знаешь, типа, mm-hmm. ну, там, x, там, x+1, знаешь, mm-hmm. такое. И, короче, я угадал, 3 матча угадал, типа, да. и один, короче, не угадал. Все, короче, собрались. Фунт, смотри, очень часто они мощными пасами там находят форвардов своих через эту тему. То есть всегда стараюсь просечь направление. Всем привет, это снова футбол. На сей раз матч 1/8 финала Кубка.
нетерпением ждем начала поединка. Ром, пиши тоже на всякий случай. Он получится на заглядении. Все ближе и ближе мы к финалу. Чего ждешь от сегодняшнего матча? Судья ставит штрафной, сука, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Вышли. Плотнее в центре. Эриксон. Тут может что-то получиться. Хорошо увидел. Удар нужен. Хорош, просто мой. Великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Что мы сюда поставили? Подали мяч с углового в центр штрафной. Бля, прям на Макса летел. И, блин, что-то пиздец. Прицельно бил в угол и уже видел мяч в воротах. Может, чуть-чуть во фланг сместить? Хватило, да, влево, выйди чуть-чуть. Ага. Хорош, вот, стой. Там, стой. Петь под него в центр. Судья дает продолжить игру. Штрафной удар. Бля, что там было-то опять? Пиздец. Вышли. Забивать можно! Ха. В офсайде игрок, по мнению судей. Здесь главное не дернуться раньше времени вниз никому. А его просто выпихнули в офсайде. Два игрока в офсайде было. Не отдай, Макс. Так. Стас, готовься бежать туда. Или там Рома. Нет, Стас лучше. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Хорош. Может, есть шанс выйти вперед. Так. Счет открыт. Добрый вечер. Хорош. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Что там, тесто мешает? Со второго этажа приходится этот гол. И надо сказать, гол красивый. Да, с головой у этого парня. Да, провалилось за два защелка. 1-0. Сейчас будет веселее. Тюмень. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это может быть опасная атака. Блять. Альбёль Тортахада. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Пропускай. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Эриксон. Отобран мяч, надо возвращаться. Альвес Дасильва. Это может быть опасно. Через дом. Навешивать пора. Перевод. Бендер. Через цапу. Да, это был удар. Красава. Мимо бьет игрок. Артем, смотри, вот здесь я вперед буду открываться, убегать, если что. Там мне может пойти пройти пас на ход. Эриксон. Бендер. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Ребят, мы выигрываем. Куда? Че? Ребят, что думать надо? Альвес Дасиль. Ищут они разные варианты для атаки. Сабалета. Ребят, надо не спешить, но блять, играть быстро. Аут. Особенно защитники, да? Если есть у вас адресат открытый, отдавайте вообще, что думать тогда? Там был на пути, а подпас в ноги. Ты зачем попытался на цоп рисковать? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Посмотри, впереди есть в ноги. Да, все, работает. Ставит. Да ёб твою мать, нахуя я сунул этот отбор-то, блин. Под стеночку. Сзади игроков сопов становимся. Вот те, которые по линии все. Какой-то розыгрыш, скорее всего, будет. Навес.
Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нет, не дошел этот пас до адреса. Дальше. По флангу. Ну! Бля! Ты че, Слав? Я же хорошо там убежал. Хорошая игра на перехвате. Почти. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Навесик, навесик. Верни. Ударище просто. Вратарь, что творит, а? Угол, ну ладно. Арбитр назначает угловой. Ведь оттуда, если там адресатов, на дальнюю можешь вешать прям сразу, да и все. Что я плыла, походу, опять прощел. Вань, на ближнюю утащи. От ЦЗ утащи. Фанатов гостевой команды, которые надо забивать. Хозяевам? Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Вот после стандартов все вниз. По флангу. Есть адрес у этой передачи. Вратарь. Все можно спокойно выходить из ворот, все правильно. Бендер. Все верно, пора сместить акцент атаки. Двигаться. Шкртел. Подача в штрафную, там голкипер отбивает мяч. На тебя пас скидывал, но пошло бы. Хороший вынос мяча из штрафной. Не-не-не, аккуратно. Эрик. Здесь. С ним. Слав, вниз спускается, уходи, мы здесь поборемся. Пока неплохо. Не дать. Просто надежно сыграл вратарь. Отбил мяч куда подальше, да и дело с концом. Что я не понял, Паша, ты играет или так, так не играет? Забить такой нужный гол. Че, вам это реально важно? Самое скопление игроков угловой борт. Да, мне важно. Нарез в штрафную. Макс лево. Левой рукой. Мяч перехвачен. Шанс организовать Ром собственную атаку. Тоже. Это может быть опасно. Выбивай! Защита справляется. Альбиоль Тортахада. Не очень аккуратно. Да что ж такое, я, блядь, сегодня нахуй самый главный нарушитель-то, ёб твою мать. Злостный. Злостный, вышли. Главный злостный. Ребят, в линию все. Отлично сыграно, надо решать. Надежда, до нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Хилчик. Ром, под тобой второй темп. Много остановок у нас было. 4 минуты, судья добавляет. И вот потери в центре поля. Перевод. Бендер. Неточно исследует, какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Вот, да. Быстро. Шкртел. После перевода быстро играет сразу. Задумки пас. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Уходит команда. Нормально. Да, нихуя, у нас владение еще. Ну да. Не, я просто как не заметил. Я думал, игра ровненькая. Ну, что там владеть на 2%, это мы перекидывали на своей стороне. Да не, нормально, все нормально. Да. Держим побольше мяча. Не торопимся. Чем меньше у Сопа мяча, тем лучше. Тем меньше у него атом. А что, они схем-то какую играют? Да такую же, блядь, какую. А, ну, которую еще год назад. Которую 4 года назад играли они. Молодцы, не меняются. Молодцы, да. Стабильность признак мастерства у меня.
Хотя я бы попробовал больше на атаку ставки сделать в три защиты. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Бендер. Стас, страхуй там. Это может быть опасная атака. Очередной точный пас в его исполнении. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Шкртел. Сабалета. Стас, ну что за решение-то, блядь? Ну, Стас, ну закинь Роме вверх, если делать нечего. Вышли. Стой. Все. Пас вратарю, болельщики недовольны. Макс, ты нас для сердечного приступа, блядь, не доводи. У нас тут есть старенькие Эрикс. Люди. Посмотрим, да, за этой атакой. Больной. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Давление может подскочить от таких. Бенда. Леня, да. Спасибо. Назад. Альбиоль Тортахада. Есть тут возможность к воротам убежать. Вот может что-то получиться. Вот в таких случаях весь ПЦП пошел вперед, и ты пошел еще к нему. Не надо этого делать. Закинул сразу назад. Отобран мяч, надо возвращаться. Атака продолжается, судья дает играть. Хорош, Стас. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Не получился навес. Зацепиться мяч выбит там первым же игроком соперника. Вот так надо играть в обороне. Смотри, вовремя блокировать удар. Команда уже ведет в один мяч. И с этого углового удар. Так, сейчас грамотно поступил арбитр. Рома. Да, смотри, я с маленьким стою. Нормально, а вот этот, например, дал доиграть эпизод. Вот что ли, Модельный. Вспомнил бы он нарушение, если бы эпизод... Альвин. И это момент! Гол! Этот гол увеличивает отрыв от соперников в матче Кубка Лиги Electronic Arts. Ну, сегодня они просто сильнее. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забит. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Ребят, там впереди, не снижаем активность, не даем им с мячом работать нормально. Заброс вперед. Блять, я же сказал тебе, не ходи, Слав, вперед, ну. Ну что, посмотрим, какой силы. Не бегай в мою зону туда вверх. Работай в своей зоне, все, опустись, все, не твое дело там вообще. Эриксон. Ди Мария. Надежно играет защитник, атака прервана. Пижонский пас, но точный. Хорошо. Отлично сыграно, надо решать. Шел бы уже без шоу по флангу, там тебя страховал. Ди Мария. Это может быть опасно. Хорошо. Суки. Пол команды обыграл, ничего себе. Ой, блядь, хуя. Красота какая. До конца побороться, подразу. Прижали здесь, поджали. Блядь. Альбиоль Тортахан. Альвес Дасиль.
Бен. Центр ранее. Видел открывание впереди, делает передачу. Партнеры поддерживают эту атаку. Шкартел. Альвес дает. А, что не сюда-то? Играют в короткий пас. Они ой, сегодня много. И, видимо, ставка сделана на владение мячом. Бенда. Здорово перемещаются игроки, чувствуют друг друга, сыгранность отлично. Ниже, ниже, ниже защита. Мяч просто шикарная. Видна работа в тренировке. Встречай, встречай, Ген. Хороший все. Чуть-чуть позицию потерял, смотри аккуратно. На ближку будет подача, скорее всего. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Пусти меня, рыжий. Печальное зрелище сейчас представляет собой эта команда. Никто уже побежали, не побежали, побежали. Чоп не бежит. Можно что-то изменить. Похоже, для них все кончено. И как пробил. Игра остановлена, будет угловой. Защитник, так, будет подача. Просто все оба крайние защитники в защиту. Отойдите прямо в защиту. Мяч летит в сложный мяч. Бля. Лучше попробуй не рисковать. Здесь попробуй. А, хорош. Назад, все, назад, 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 назад. До конца игры 7 минут. Шкартел. Блять, сука. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении хороший другой мяч команды. Мяч плотнее, 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 плотнее. Эриксон. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Это может быть опасно. Запускай. Бен. Нужен навес. На дальний. А, я сразу на было. Назад. Но кто получит мяч? Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавить. Нормально пойдет. Так, передать. Нету. Во фланг куда-нибудь кинь там. Ром, откройся во фланг. Последняя минута второго тайма. Шкартел. Все, молодцы. Финальный свисток. Уверенно, на классе. Судья дает Ром, финальный свисток, а это эпизод, значит, команда записывает мячом, в свой актив 3 очка. Игрок, да? А уж как они это сделали? Если старик в следующий раз такая ситуация будет, ты не стесняйся. Есть старый проверенный трюк, который я посмотрел у толпу. Отдаешь пас в ноги, а я тупо резко останавливаю. Ром, вот сейчас сразу нажимай, не жди, когда эта херня пройдет. И сразу заходи в эти параметры, прощелкивай. Всем пока. Да, счастливо. Ну как, неплохо я отыграл. Да, молодец, молодец. Ну кстати, без разминки. Да уж. Хорошо увидел партнера впереди. Да, здесь. Кстати, когда вот ты говоришь, Лёш, я позицию потерял, знаешь, почему там было так? Там, короче, рикошет был из-за этого. Так, тебе показалось, что я позицию потерял. Там удар был, рикошет был, короче.